Всего каких-то 3 часа от Красноярска, а здесь уже все совсем по-другому. Но, как и все города нашего края, Канск наполнен какой-то незримой внутренней энергией. Я родилась в городе Красноярске и очень люблю свой Красноярский край. Но особенным городом является для меня город Канск. Недалеко родились мои родители. Здесь родился мой муж. А еще в городе Канске живет очень много моих друзей. И здесь также часто-часто проходят мои гастроли. Я очень люблю выступать в этом городе. Интересно смотреть, как изменился за годы этот город. Новые районы, новые постройки. Но одно остается прежним. Тут живут удивительные люди. Среди них я нашла настоящих друзей, с которыми мы многое пережили вместе. Мы очень любим и дорожим дружбой с Верой. Мы очень рады видеть ее всегда. Ценим ее творчество. Всегда рада новостям из любимого городка. Слежу за событиями в эфире телеканала «Енисей». А гастроли тут – это каждый раз маленький праздник. Нас всегда прекрасно принимают. Тепло и как-то по-домашнему. Канск для меня – почти родной город, который меня подпитывает энергией и творчеством.